В Конаковском районе в 2021 году, наконец, после перерыва, после пандемии, организована летняя оздоровительная кампания. В этом году у нас открывается 33 оздоровительных лагеря при наших учреждениях, школах и учреждениях дополнительного образования. Всего будет задействовано 2600 детей, из них 2044 ребенка в летнем оздоровительном лагере и 568 детей в летнем трудовом объединении. Это старшеклассники. Вот на базе нашего центра уже не первый год работает лагерь, который называется у нас «Планета Вытворяшек». Особенность нашего лагеря состоит в том, что мы ежегодно составляем творческую программу. В этом году у нас такая программа составлена, она называется «Центр творческих наук». У нас работает очень много творческих мастерских. Это и прикладное творчество, это и изодеятельность, это хореография, вот это лего. Особенностью еще нашей системы является то, что мы ребят не затягиваем в эти кружки, да, и не говорим, мы вас разделили, и вы идите вот к этим педагогам. Они в течение смены, вот за 21 день, они могут поменять все, у нас бывает 5-6 мастерских, и они вот в течение смены могут побывать и поработать во всех мастерских. И потом уже к концу смены мы всегда делаем выставку. Поэтому у нас всегда вот как такой творческий отчет, мы делаем большой концерт, дети сами тут и представления театральные делают, и танцуют у нас, и стихи читают. А те, кто занимается прикладным творчеством, они обязательно делают выставку. Ну, мы все эти работы им детям раздаем, родители видят, что у них получается. И вот на следующий год либо сами дети выбирают, либо родители уже, вот им понравилось то, что они тут научились вот чему-то, они приводят их к нам. Надеюсь, что летняя оздоровительная кампания пройдет в полном объеме, дети смогут отдохнуть и получат эффект оздоровления, на который все мы нацелены. И вся наша работа непосредственно на этом строится.